Приветствую вас, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. Мы продолжаем играть в игру Tower Conquest. И смотрите, что произошло. Помните, в прошлой серии я вам показывал, что у меня были удалены все друзья. И вот оно чудо, да, ребята, всех вернули. Не знаю, что это было, баг, глюк или еще что-нибудь, но все на месте. Так что, ребятулечки, все пучком. Собираем наши подарочки. У нас, кстати, 539 тысяч, да, а нужно 600 для того, чтобы получить сундук друзей. Вот так он называется. Так, ну что, мы с вами сделали подарки, получили. И теперь смело идем на тренировку забирать. А мы только... Ага, понятно, один отряд можем забрать, остальные у меня еще... Ой, как долго, 12 часов, а там, наверное, все 16 будет, да? А, нет, 14. Хорошо, ладно, мы их трогать... смотрите... У нас что-то в армии. Ну-ка, давай глянем. Так, да неужели? Ребята, я нас поздравляю. Паладин получает последнюю звезду. Пятую. То есть по звездам он у нас фулка. Наконец-то. Ну что же, давайте развивать. Вау, крутой. Да, я, конечно, с такими уже дрался, но у самого у меня не было их. Так, и смотрите, божественная защита 23%. Использует свою веру, чтобы защитить находящихся рядом соратников. То есть 23% шанс на то, что он может повесить вот этот вот дополнительный щит. Это очень даже хорошо. Причем, ребята, колода, карта у нас это легендарная же получается, да? Желтая это, по-моему, легендарная. Так, а, это еще не все. Ну, у нас, ребят, зомби получает четвертую звезду. Ну, в принципе, ребят, это тоже неплохо. Это тоже очень даже нормуль. Так, зомби-чума 6%. Она заражает противника, вызывая нового зомби, когда противник погибает. Всего лишь 6%. Это мало. Но все равно, как говорится, на халяву. Ну что, ребятули, все, с картами вроде разобрались. А, секунду, у нас на арене что-то. А, всего лишь 5000 мы с вами зарабатываем. Не густо, не густо. Ну, видимо, меня ребята сбросили. А я, по-моему, даже и не смог подняться на первое место. Не знаю, ребят, как здесь можно подниматься. Вроде бы убиваешь всех, все это быстро проходит. Но почему-то получаешь 7-8 места. Не знаю, с чем это связано. В общем, сегодняшняя моя цель — поиграть и получить, ребята, 83 уровень. Да-да, именно 83 уровень мы сегодня будем с вами зарабатывать. И надеюсь... Серия будет такая довольно длинная. Так, заходим в ежедневное испытание. И смотрим, ребята, служитель тьмы у нас здесь разыгрывается. Давайте посмотрим, что здесь у нас происходит. Так, банши, служитель тьмы, голем и зомби. А мне дают на выбор... Ага, мне дают на выбор не так уж и много. Ладно, хорошо, давайте попробуем. Как думаете, сможем мы вот таким отрядом здесь... выиграть? Я почему-то не уверен. Вот серьезно говорю, не уверен. Но попробуем, если не получится ничего. Ну, как говорится, на нет и сюда нет. Меня здесь, конечно, очень сильно пугает голем. Фиг знает, как мы его будем тут пробивать. У меня два танка и один критовик. Критовик это именно мой молотильщик. Фух. Да, тут как-то будет сложно. Серьезно вам говорю. Давай попробуем так вот сделать. И молотильщика. Вот банши еще. Банши, конечно же, сейчас будет тут нервировать меня. Так. Сейчас она будет орать, естественно. Загонять в стан. Нет? Ну вот. Вот об этом, ребят, я вам и говорил. Именно об этом. Смотри, 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 сколько зомбарей наплодили, а. Вот упыри. Ну-ка попробуем пробить. Оу. По-моему, здесь... без вариантов. Или все-таки есть шанс? Слушай, а может быть и есть шанс. Давай попробуем. О, служитель тьмы, ребята. Есть! Шикарно. Молотильщик, ты просто божественен. У тебя сейчас все отлично получилось. Как нельзя лучше. Ну, естественно, ребят. Ну, естественно, выходит голем. Ну, кто? Ну, и, конечно же, он выпускает свою ульту. На тогда, получи и распишись. Завалили. Так, давай-давай-давай, молотильщик. Молоти там. Во что бы то ни стало. Ребята, возможно, мы сейчас с вами... Блин, опять какая-то засада. Видите, под прикрытием голема стоит банши, который кричит. Голем еще немножко себя отхиливает. Так, возможно, возможно, все-таки мы здесь с вами сможем пройти. Время 33 секунды. Да ты достался уже, служитель тьмы. Да ну, хорош. Давайте, ребята, бросать, наверное, фаербол. Слушай, скорее всего, ничегошеньки у нас тут не получится. А не получится почему, ребят? Ну, потому что, во-первых, уже времени мало. Давай попробуем вот так вот.
Да, даже на ускорении ничегошеньки у меня не получилось. Все из-за голема. Мы не можем элементарно с вами его пробить. Вот и вся, как говорится, петрушка. Жаль, обидно, досадно. Ничего я с этим сделать не смогу. Два танка и один критовик. Ну, это ни в какие ворота не идет. Поэтому, ребят, я заканчиваю эту идею тут получить. Хотя хотелось бы, конечно, получить себе служителя тьмы. Ну да ладно, энергию тратить мы с вами не будем. Ну что же, а мы переходим непосредственно к сюжетной линии. У нас, кстати, смотрите, ребят, одна территория захватчиков осталась. И мы с вами перейдем уже на 66-й портал. Ох, елки-палки. Давайте, ребята, давайте, конечно же, будем начинать. Так. И здесь у нас бородавочник плюс улитка. Бородавочник плюс улитка, да? Мы с вами обычно... Ну, вот этой командой, по-моему, мы проходили. Поехали, попробуем. А почему бы и нет? Я думаю, все должно у нас получиться. Главное, успеть мечника вызвать до того, как... Ну-ка, отлично. Хорошо, видите, ребята, не задело нам... базу. Да елки-палки. Подожди, он сейчас, наверное, так и будет меня улитками, да? Своими бомбить. Сейчас мы вызовем с вами паладина. А паладин, как вы помните, у нас прокачанный по фулу. Вот он, этот красавец. Так, и прикрывать мы все это дело будем с вами БФГшкой. Так. Слушай, улитка очень мощная, ребят. Вы посмотрите, она звезданула паладина и практически его убила. Ну, давай БФГ. Хорошо. Хорошо, предположим так. Ну, да чтоб тебя. Так, мне нужно, ребят, наверное, еще одного паладина вызывать. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Как-то не особо хорошо идет-то у нас. Да блин, улитка, да отвали ты, а! Она достала меня, вот я серьезно вам говорю. Улитка меня здесь достала. Ну-ка попробуем уничтожить ее. Шикарно, хотя бы так. Давайте еще одного паладинчика вызовем. Ну... Мы вообще можем здесь пройти или что-нибудь нормальное сделать-то, ядрёно вожь, а? Или так и будем тут на месте топтаться? Не могу, у меня раздражает, ребята, вот эта улитка, которая там нервирует меня просто-напросто. Давайте попробуем, я не знаю, может быть, на друида накопить? На друидку, точнее, а? Хотя, подожди-ка, вроде что-то проклевывается. Как говорится, свет в окошке. По-моему, сейчас у нас все будет хорошо. Возможно, мои всадники на журавлях расколбасят базу. Все идет именно к этому. И... да. Слушай-ка, ну улитка, конечно, здесь мощнее. Вы сами видели, как она жарит не по-детски. Кстати, вы мне рекомендуете смотреть вот 2Х, чтобы деньги. Ребят, я понимаю все это, но потом так это все муторно вырезать на монтаже. Вот серьезно говорю. Поэтому я и не смотрю за 2Х. То есть не умножаю себе деньги. А когда играю за кадром, то да, там смотрю. Так, ну что же, у нас та же самая команда прибавляется еще жаба с пушкой. Жаба с пушкой. Так что я думаю, что, наверное, нам надо... Ха, вот эту команду брать, точно. Именно ее, потому что здесь у нас два юнита, которые могут бомбить издалека. То есть это чумная мышка и баллиста. Так, надо быстрее, ребят, сейчас чувствую... Вылетит или не вылетит? Ха, не вылетела улитка, почему? Что, в чем подвох? Блин, в бородавочнике, да, подвох? Тогда нам нужен джаггернаут здесь. Давай, джаггернаут. Блин, ну только тебя тут не хватало. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, баллиста, давай. Давай, радость моя, бомби. Так, сделаем, оп. Шикарно. Так, теперь голема. Големом, ребята, будем прикрываться големом. Хорошо, и чумную летучую мышь вызываем. Так, баллисту. Ух, нам сейчас повезло, ребята. Очень крупно повезло, вы это видели, да? Улитку просто где-то вот. Она бы еще немножко и взорвалась бы рядом с моей баллистой. Но мы ее застанили. И это нам повезло. Так, давай, бомбим. Так, энергию забираем. И еще одного джаггернаута. Я думаю, сейчас фаерболом я, наверное, здесь приговорю всех. Ну, отлично. Да, я вам скажу, что идем пока изейше с вами. Никакого сопротивления, хотя немножко меня улитка все-таки напрягает. И да, вот он, 83 уровень. Я, конечно,
немножко по-другому рассчитывал. Все-таки потратить больше энергии, да? А потом уже, чтобы мы получили 83 уровень, восстановили все. Ну да ладно, два уровня сыграли, то есть две энергии мы с вами вернули. И у нас с вами 124 голды. Ну, я имею в виду 1018 гемов. И максимальная, конечно же, энергия. Это вообще круто. Значит, ребята, будем сейчас с вами повышать своих персонажей по уровню. И начну я со своей имбы. Вот она, моя имбовая колода. Неизменная. Ну, периодически меняется состав у нее, но это вот практически, можно сказать, ее основной состав. Здесь еще, ребята, вместо молотильщика в свое время у меня была баллиста. Так, ну что же, тут мы с вами улучшили всех наших ребят. Теперь давай начнем вот эту вот компашку улучшать. Да, деньги, ребят, как вода здесь в этой игре. Они просто улетают в мгновение ока. Смотрите, я только лишь две команды пропал, и уже денег нету. А было там чуть ли не 200 тысяч. Ну что же, а мы с вами продолжаем. Так, у нас третий этап. И здесь у нас прибавляется воблер. Так, против воблера кто хорош? Слушай, у меня, наверное, и нету. Ну, можно вот этих вот попробовать. Давай вот этот вот отряд попробуем с вами. Воблера нужно, ребят, издалека бомбить. Так не забывайте, что тут еще улитка. Угу. Тут еще улитка. Сейчас вызовет или не вызовет. Не знаю я, что тут будет. Давай попробуем так сделать. Что-то он там притих. Оу-оу-оу-оу. Вот это плохо, ребята. Это плохо. Ну, конечно. Давай еще сейчас всех бомбани мне. Сейчас всех бомбанет, ребят. Тьфу ты. А ну-ка посмотрим, кто круче, воблер или ниндзя? По-моему, ниндзя. Да, однозначно, ребята, ниндзя круче. Ха-ха, не добежал. То-то и оно. Так, ну а мы с вами уже бомбим потихоньку базу вражескую. Я только одного не понял. Сейчас, в данный момент, где вот здесь у меня была армия? Ронин, и это кто их подбил? Странно, что тут произошло сейчас. Вот бородавочник, а как же он все-таки мощно отталкивает. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, ну хотя бы так сделали. Ты смотри, а. Ты смотри, что делает воблер. Он просто уничтожает. Уничтожает всех на своем пути, ну. Минус. Ронин, главное, подбежал, да, такой. Увидел, что чувак сдох и остановился. Не стал все-таки его добивать. Так, минута у нас с вами времени. Я думаю, что здесь все-таки победа будет за нами. Ну, последние секунды. И да. Почему? Даже не сомневался. Даже, как говорится, губежка не дрогнула. Ладно, ребята, предпоследний этапчик. Здесь у нас появляется с бухты-барахты жаба с молотом. Странно, конечно, это все. Ну, раз уж появилось, так что? Будем бомбить их. Опять же, возьму свою, ребята, такую средней паршивости колоду. Будем сейчас здесь. О, тихо, 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 тихо. Голем, 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 перехватывай, перехватывай. Отлично, шикарно. Когда же ты все-таки восстанавливаешь себе жизни? И как? Вот мне вот этого непонятно. Вот когда он просто идет, он не восстанавливает. Видимо, когда ребята дерется, когда бьет. Только в этом случае. Так, слушай, что-то тут как-то не айс, ребят, все идет. Давай-ка попробуем чумную вызвать, заплевать их. Там еще одна жаба идет, смотри. Так, у меня есть улитка. Ой, улитка, фаербол, конечно же, фаербол, ребята. О чем я думаю? О каких-то улитках. Так, сейчас, 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 вот так ловим. Поймал, я поймал. Именно этого я и хотел, и у меня все вышло. Так, слушай, жаба с пушкой, ты достала. Мы ее прикокошили. Надо, ребята, срочно нам побольше маны. Бородавочек вышел спокойно, это хорошо. То есть отталкивать он никого не будет. И мы вызываем еще одного джаггернаута. Так, джаггер пошел. Я думаю, что все, ребят, пора копить на деда. Без деда нам тут пока, наверное, делать и нечего будет, да? Фаербол. Пуляем. Вот так вот. И вызываем деда. Все, ребята, дед пошел, а это означает только одно, что в базе сейчас придет финита ля комедия. На последнем издыхании они тут что-то хотят сделать. Ух ты, смотри, что бородавчик сделал, а? Толканул легонько деда. Я не понял, это что так? Это что сейчас было? Как они меня раскол... Это что, улитка врезалась в деда и дед упал?
Ну, дедуль, ну ты что-то вообще какой-то ватненький оказываешься. Или враг слишком сильненький. Тут два варианта только. Либо-либо, третьего не дано. Так, ладно. Сколько у нас? 33 секунды. Что-то, ребят, как-то мы с вами здесь подводим все это дело. Ну, давайте, заплевываем, бомбим. Кучнее, все. Порвали нафиг базу. Но, ребят, самое интересное впереди, потому что у нас последний уровень, а этот уровень с боссом, и здесь... Так, смотритель, значит, да? Смотритель, улитка, бородавочник, воблер и жаба с пушкой. А уровень-то уже 90-й. 90-й уровень уже у моих врагов. Ёлки ты палки. Ладно, попробуем здесь совладать с этой командой. Не знаю, так, мы с вами только квесты завершаем. Один за другим. Так, будем на стрёме с вами. Будем как чекисты сидеть. Так, ага, вышла жаба с пушкой. Ой, с молотом. Давай вызову джаггернаута и прикрою это все дело, наверное, чумной летучей мышью. Попробуем так все. Хотя, наверное, лучше надо было, ребят, наверное, баллисту все-таки. Угу, скорее всего, да. Блин, ну лопухнулся, что ж поделаешь. Ладно, сейчас вызову баллисту, ребят. Сейчас вызову баллисту, попробую. Так, вот тут нужно вот таким макаром сделать. Так, заплевывай, чумная, заплевывай. Во. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, что такое? Ты посмотри. Так, срочно делаем вот так вот. Слушай, дед, давай быстрее. Там, по-моему, уже босс. Да, уже вышел смотритель. Нет. Не успею я, наверное, не успею. Как бы я ни хотел, не получится. Или получится, или не получится, ребят, я не знаю. Ну! Твою ж маковку, ребят, врезался. Врезался он рядышком. Смотри, чумную мышь он приворожил. Короче, здесь фейлились мы. Чего ж тут говорить, давайте ускоряться. Ничего тут не получится у нас. Хотя смотритель, ребята, отдуплился. Ладно, погнали. Посмотрим, чья возьмет. Я думаю, что наша. Улитка бесявая здесь. И все, вот бесявая улитка, и все. А в остальном, в принципе, никаких проблем. Вот и дедушка мой вышел. Сейчас дед начнет, наверное, наказывать, я думаю. Начнет или нет? Проверим сейчас. Бум, ударил. Так, подошел. Бам-бам. Да, дед, конечно... Ну, а что вы хотите? Это же 90-й, ребята, уровень. Ой, 90-й уровень врагов, понимаете? Это очень-очень серьезные враги. По левелу. На 7 уровней выше меня. Да, причем еще тут босс. Так, ну я думаю, что здесь мы выиграем. Да, саму базу там мы уничтожили, но проиграли по таймингам. Поэтому, ребят, переигрываем. Переигрывать буду я своей имбовой командой. Это вот этой. И я думаю, что она зайдет здесь как нельзя лучше. Поехали. Здесь нет у меня летающих юнитов, но здесь есть очень много крита и очень много быстрых юнитов. Так что будем пытаться ими пройти. Так, жаба с молотом. Соответственно, в противовес мы сразу, ребята, выпускаем мага-воина и ронина. Наверное, мы здесь запустим, да? Нет, давай вот так сделаем. Если подобьет молотильщика, есть вероятность, что он выпустит пилу. Есть такая вероятность? Есть. Блин, воблер тут еще не в тему. Давай так сделаем. А, минус. И все, и на этом песенка была спета. Здорово. Рони, давай, нет, он не хочет выбегать. Минус ниндзя. Да, как-то нехорошо получается. В общем, ребят, нужно копить. На кого? Ну, конечно же, на ведьму. Сейчас я постараюсь быстренько это дело сделать. Так, ну понятно, что он вызвал все это. Как говорится, предсказуемо. Ведьма, давай, все, отлично, ребят. Я вызвал ведьму. Теперь бомбим. Ага, не тут-то было, да? Давай, повелитель этого ничтожного, бомбите, повелителя. Ниндзю, куда? Блин, он ниндзю, ребята, приворожил. Да что ж там происходит-то? Что-то не могу понять, ребят. Так, минус. Опять эта улитка. Оу, тут заваруха какая-то не детская. Так, ведьма, отходи.
Слушай, опять вот какой-то здесь кавардак, ребят, получается у нас, да? Времени 48 секунд. Вроде бы и... Ага, вот. Молотильщик правильно сейчас сделал, что выпустил свою циркуляру. Но мы не можем пробиться. 38 секунд. Вроде бы как все и хорошо, и в то же время не очень хорошо, да? Молотильщик молодец. Он каждый раз погибает и каждый раз выпускает циркуляру. То есть вообще замечательно. Ронин. Ронин, как всегда, еле идет. Давай так сделаем. Ага. Наносим как можно больше дамага и... Ну, лопни ты, база. Ёпрст. 16 секунд. 16 секунд. Ну, есть. Ну что же, я, ребят, нас поздравляю. Мы с вами сейчас полетим в 66-й портал. Но вначале мы посмотрим, что здесь у нас. Нам достается 12 карточек на лорда пустоты, плюс 8 карточек на базу и 10 500 голды. Соответственно, мы еще здесь с вами забираем. Ох ты, шикарно. 14 карточек на ведьму, 14 карточек на банши. Ну и на копейщицу. Ну что же, полетели? 90-е уровни были, да, у нас, значит. Так, значит, ребят, здесь у нас территории какие? Смотрите, у нас подданные, потом идет нефритовая долина, после этого идет нежить, роботы, опять подданные. Ну, в принципе, нормуль. Я думаю, что здесь мы с вами нормально поиграем. Единственное, что мне не нравится, это нефритовая долина, там стопудово будет опять каменный голем. Ну, а территория роботов вообще в последнее время меня как-то не особо пугает. Мы с вами проходим там на изи. Так что давайте приступать. Так, фехтовальщик здесь у нас и черный мечник. И все это, ребята, заправлено 85 уровнем. Соответственно, мы можем с вами что сделать? Хм, а что мы можем сделать? У нас фехтовальщик довольно мощный парень, да, он критует по-чумелому, поэтому нам придется вот этой командой играть здесь. Так, я боюсь, что это та самая командочка, где будет находиться разбойник. Не хотелось бы, конечно, но что ж поделаешь. Если такая команда будет, будем... Играть, ребята, и разруливать это все. Ну-ка, Ронин. Давай, накажи. Не накажет, да, не сможет, не смог, ребят. К сожалению, не смог, не получилось у него. Так, через отражение, замечательно. Хотя бы так. Минус мечник, Ронин. Ну что, здесь все отлично, ребятуль. Здесь очень все хорошо у нас получается. Здесь мы должны победить, разбомбить без проблем. Сами прекрасно все видите. Ронину они вообще никакого урона практически не наносят. И базу мы сейчас разбомбим. Отлично. Двигаемся сразу же на горяченькую, как говорится, на второй этап. И здесь прибавляется. Да, ребят, это старая знакомая колода. Мы с ней очень-очень часто встречаемся. Копейщица. Давай, поехали. Копейщица чем нервирует меня, ребят? Она... делает проникающий удар копьем и пронзает всех, всех юнитов, которые стоят рядышком. Вот, в принципе, и все ее преимущество. А в остальном она, ну, никто и ничто, и звать ее никак. Так, иди отсюда. Через отражение, все как полагается, ребят. Ну, Ронин, как всегда, ребят. Он, как всегда, в своем репертуаре, нифига не хочет выбегать. Ну, мы тут, вот, видите, ребят, что она делает. Не успел никто увидеть, что же она все-таки делает. Вышло, что-то гаркнуло там и сразу отдуплилось. И базу. Базу мы сейчас разнесем в пух и прах. Слушай, я обожаю. Вот самые начальные уровни я просто обожаю. Потому что мы проходим их вообще на изейши. Так, здесь прибавляется лучник. Слушай, а может давай попробуем другую команду взять? Потому что здесь у нас всего лишь одна энергия. Мне не хотелось бы тратить. А вот в этой команде я почему-то сомневаюсь, что она сможет потянуть. Но, не забывайте, что, ребята, у нас дистанция увеличилась между замками, да? Поэтому фехтовальщик не так быстро и дойдет до нас. Так что есть, наверное, резончик нам вызвать здесь паладинчика. Посмотрим. Когда вот вражеский паладин играет, да? Он такой имбовый, почему-то мой какой-то ватный. Сейчас мы будем убеждаться в этом лично сами. Я не знаю, может быть нам... Я не знаю, может быть вызвать... Ну, давай попробуем. Так, он бомбит. Да бомби ты давай почаще-то. Во, хорошо, вообще великолепно, ребят. Так, что же нам сделать? Давай попробуем так и притянуть. Красава. Ай, красава. Вот, ребята, вот этот щит именно вешает у нас паладин. Наверное, все уже это знают, но я так напоминаю вам на всякий случай. Ой, какая красота-то здесь у нас, ребят, смотрите. Так, ну, лучница, конечно же, в своем репертуаре. Ай-яй-яй-яй, не пробили.
Ну? Так, я не могу понять. Всадник на журавле. Ты кого там бомбил? А ну-ка иди сюда поближе. Достала там уже стоять. Мне до нее просто не дотянуться было. И все, ребят, всех врагов мы снесли на своем пути. Подошли вплотную к базе. И сейчас мы ее расколбасим здесь. А вы, кстати, в свою очередь напишите игры наподобие вот этой. Наподобие Tower Conquest. И я, ребята, в свою очередь посмотрю. И если мне понравится, мы с вами будем их играть. Потому что все прекрасно знают, что игры такого жанра мне нравятся. Так, давай-ка вот так сделаем. И все. Забомбили. Вообще, даже не поморщились. Мне нравится. Эта команда сыграла здесь великолепно. Даже фехтовальщик ничего здесь вообще сделать не смог. Вот он, ребят, вот он этот упырек. Вот он появился, не запылился. Что же нам тогда здесь делать? Хм, я не знаю. Может быть, попробовать вот... Подожди-ка секунду. Вот этой командой, а? Тут у нас Джиггернаут. Он, в принципе, хорошо справляется именно с разбойником. И ложит он его, по-моему, с одной плюшки, если я не путаю ничего. Так что я думаю, что есть смысл, да, ребят, попробуем. Вот он, ребята, Громозека вышел, нам нужно его поймать. Мы сейчас как раз в этом будем лично убеждаться, получится или нет. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. Ой, блин. Нет, по-моему, ребят, фу, я уж думал, мы как бы прошли его. Нет, все отлично, все хорошо получилось. Так, Джиггернаут молодец, красава, ребята, он бомбит. Он, считай, выдержал удар разбойника плюс... Ну, молодец. Чё скажешь? Так, а вот это уже плохо. Хе-хе-хе. Смотри, добивает там все-таки. Давай вот так сделаем. Баллисту вызовем. Я вызвал, ребят, баллисту. И баллиста справляется с этим делом. Так, тут у меня чумная мышь плюс голем. Да, голему сейчас, наверное, крышка придет. А вот, ребята, и разбойничек. Ну-ну-ну-ну-ну, плю. Есть, молодец. Чумная мышь плюнула и, как говорится, достала этого разбойника. Так, у нас, ребят, фаербол. Шик и блеск. Так, продвигаемся сюда. Все, я думаю, что здесь никаких вариантов нет, ребята. Победа будет за... Убил все-таки он. Да хорош, он ко второму идет. Нет, не дошел до баллисты. Заморозочка. И все. Давайте, ребятушки, постарайтесь разбить базу. И они постарались и разбили. Четко все, да? Ну и что же у нас тут? Кто? Королик. Значит, король будет здесь босс, и поэтому... Так, я, наверное, вот эту вот оставлю команду все-таки, или не стоит? Не, я думаю, что стоит. Стоит именно этой командой выиграть. Ух! Да, король-то здесь не шуточный. Будет бомбить копьем, и все в радиусе поражения копья будут падать просто замертво. Угу. Сейчас мы в этом убедимся. Так, ну что? Блин, что-то вас тут... А этого не будет, да, отправлять? Я, честно говоря, думал, что он вызовет сейчас Джиггернаута. Ой, Джиггернаута, разбойника. Но он почему-то не хочет его вызывать. А почему? Почему ты не хочешь... Блин, что-то там у тебя дофига всякого хлама-то собралось. Эй, парень, давай-ка баллисту вызовем. Баллиста, ты где там? Еле-еле, пока подойдет, пока это. Сейчас разбойник может с секунду на секунду, ребята, явиться. Обменялись. Вот он и разбойничек, ребята, вот он. Олух, ну, голем, как говорится, вовремя подоспел, и поэтому мы перехватили. Фаербол, полетел. Есть. Так, слушай, а мы что-то сидим тут с вами, это. Надо же деда вызывать, ё-моё. Это же не шутки все-таки. Ой-ой-ой-ой-ой, баллиста моя. Бедная баллиста сейчас, блин, поплачется. Поплатилась, ребята. Все, дед вышел. Надеюсь, все у нас получится. Дед, вся надежда только на тебя. Я не знаю, получится, не получится. Смотри, что он делает. Ты посмотри. Мы подбили. Ребята, минута у нас в запасе. Давайте быстренько с вами пробиваться к замку. Так, секунду, ворюга там идет. Там идет ворюга. Ага, далеко он не прошел. Как вы видите, фаербол полетел. Мы здесь всех разбили. И у нас, ребята, 46 секунд еще в запасе есть. 46 секунд. Так, монетку возьмем.
Ну, давай. Фаербол. У меня далеко еще до фаербола, поэтому я не могу вам ничем помочь. Вы уж тут сами как-то справляетесь со своими силами. Ну, дедушка, конечно, хорош. Тут ничего не поспоришь, ребят. Дед бомбит и по врагам, и по базе. И мы выиграем здесь. Ух, отличненько. И по времени, и по таймингам все, ребят, у нас получилось. Так, сундук подданных вскрываем и получаем 12 карт короля и 10 500 монет. Переходим с вами в Нефритовую долину. И сразу же нас встречает тигр. Ё-моё, почему именно тигр, а? Значит так, мы с вами будем здесь получать люлей от копейщиков, да? Он будет спамить их. Хорошо, мы будем, ребят, с вами спамить мечников. Ну, как-то так должно быть, хотя тигр... Ой-ой-ой-ой-ой-ой, куда ты бежишь-то, эй? Шантропа глазадая. Так, он еще одного вызвал, блин. Нам нужно как можно быстрее вызывать паладина. В таком-то случае. Да хорош уже, тут целая куча-то выбегает. Так, и, наверное... Наверное, всадника на журавле. Потому что здесь будет, ребята, аура. Помните, да? Огненная. Нам бы она нафиг не нужна. Так, а ну-кася. Выкуся. Так, только не аура. Только не аура. Ну, конечно же, аура. Ё-моё, ну... Ну как же без нее-то? Без нее никак. Надо обязательно выпустить. Ну... Давай, ребята, бомбите, бомбите. Так, еще один тигр вылез. Я еще одного всадника на журавле призываю. И мечника. Попробуем. Что-то попробуем с вами замутить здесь. Так, БФГшку на всякий случай. И заморозка. Нам это все не пригодилось, да? Ну, будет тигр или нет? Я пока не вижу. Вот он. Давай его так сделаем. Обезвредим его. Мы его еще и напугали. Ха-ха, и карточку еще получили. Слушай, вообще изейший получился. Я, честно говоря, думал, что будет сложнее намного. Но мы ему даже не дали ничего здесь сделать. Ну, потому что тут всего лишь был тигр и копейщики. Но здесь то же самое, прибавляется еще храмовый пес. Я поэтому не буду никого, ребят, менять. Будем такой же командой играть. Единственное, что храмовый пес может отпугнуть моих ребятулек и повернуть их в обратное направление. Что не есть хорошо. Ну, кто там побежит первым? Кто первый хочет звездюлиться? Я не понимаю. Вот, вот, вот они сразу все, всей кучей выбежали, да? Ладно, будем бомбить. Будем, ребята, бомбить. И, соответственно, всадников на журавле вызывать. Они как раз здесь хорошо пойдут против тигра. Очень хорошо пойдут. И БФГшку тогда еще. Ну-ка. Всех к ногтю. Вот так вот. А вот, ребятушки, и сам тигр пожаловал. Будем смотреть, чем это нам обернется. Да пока ничем, абсолютно ничем. Мы с вами элементарно проходим. Никто нам здесь не мешает. О, напугал все-таки, да? Убежал. Эй, мечник, вернись. Так, два всадника на журавле. Карточки получаем, манну. Все, что хотим, ребята. Все к нашим, как говорится, услугам. Так. Совсем маленько осталось. И последний удар, да. Рухнул вражеский замок, рухнул. И мы переходим с вами на третий этап. Третий этап, да ну, хорош. Что, серьезно, что ли? Ронин здесь? Я уже про него, честно говоря, и забыл. Даже и вспоминать-то не хотел. А он, оказывается, именно в этой колоде спрятался. Ронин. Попробуем. Это сложно. Уровень у него очень большой. Не знаю я, как нам быть. Как-то надо быть. Ну? Ха-ха, ты видел? А почему? Мы же выбежали вместе вниз. Ну почему-то мой Ронин, ребята, здесь вырулил ситуацию. Просто он шикарен. Ребята, он просто был шикарен. Серьезно вам говорю. Так, ну, убей, убей этого Ронина. Вот так, через отражение хотя бы. Слушай, ну Ронин меня сейчас порадовал. Как он вышел эффектно, а? Как он бомбанул. Ну просто эпично все получилось. Ай-яй-яй-яй, вот это вот плохо, ребят. Это очень плохо. Все снес. Все, что было на своем пути, ребята, он снес. Так, тихо. Тихо-тихо-тихо. Давай вот так вот сделаем. Попробуем, ребят. Ну, опасно. Через отражение. Есть. Шикарно. Вот обожаю я вот мага-воина именно за отражение.
Это просто по красоте. Так, а вот это уже плохо. Вот это уже плохо, блин. Не успею. Давай так сделаем. Раз, два. Тигра не добили, да? А так? Ой-ой-ой-ой, давай, ведьма. У нас, ребята, всего лишь минуточка в запасе. Нам нужно поспешать. Нам нужно поспешать. Кто там? Ну, пока ничего такого, ребята, страшного нету. Вот единственное, сейчас, если волна выйдет, все полягут здесь. Но нет, все обошлось. Значит, все, значит, мы сейчас заколбасим, скорее всего, замок. Да, вообще, изейший, он просто подскочил, уронил, звезданул, и все. И замок рассыпался, как будто бы был картоновый. Так, ну что же, мы с вами переходим на битву 67-9. Так. Ага, здесь тигр и ниндзя. То есть ронина нет, но прибавляется ниндзя. Будем, наверное, вот этой, да, командой играть. Хотя не знаю я, получится ли здесь выстоять. Значит, ниндзя. Ладно, ждем, ждем. Кто у него тут выйдет первым? Хотелось бы мне знать. Ронин, наверное, побежит, да, или нет? Что-то никого не вызывает, смотри. Тигр. Вышел, к сожалению, ребята, тигр. Давай попробуем так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Фаербол, фаербол, ты где? Мне нужен, ребят, фаербол срочно. А ну-ка, во. Ну, баллиста, стреляй как никогда. Замечательно. Так, куда ты полетела, чумная? Куда ты... А-а-а. Всех разносим. Всех, ребята, в хлам. Так, а вот и тигр. Значит, надо вызвать нам попробовать деда. Может быть, за счет деда у нас тут нормально все получится? Как думаете, а? Давай попробуем, рискнем. У меня, ребят, фаербол накопился, если что, еще, кстати. Так, идем, 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 идем. Минус. Да как ты деда мог напугать? Псина ты такая, а? Дед, вернись. Побежал там, наложивши штаны. У него штанов-то нету, ё-моё. Но все равно наложил. Так, тигр, давай только без фокусов. Он послушался меня. Он не стал выпускать свою эту ауру. И... да. Завершающий был удар. Слушай, может быть из-за того, что у них уровень маленький, мы так хорошо идем с вами, а? Добротно. Да как маленький? 86, 88 и 87 уровни. Не такой уж и маленький. И всего лишь один отряд у меня остался. Вот этот. Против вот этого. Ну это, ребят, ну... мне кажется, это проигрыш. Заведомо. Но тем не менее. Тем не менее, надо попробовать. Вдруг получится. Вдруг как-нибудь удастся пройти. Просто, понимаете, богиня солнца против друидки. Ну это как, знаете, я не знаю. Даже не знаю, как, какие слова подобрать для сравнения. То есть у друидки, ребята, у друидки нету такой атаки, как хотелось бы. Да, тут фейл. Тут фейл. Все, ребята, я ускоряюсь. Бесполезняк. Ты смотри, смотри, что он творит, а? Одного за другим вызывает. Давай попробуем. Посмотрим, что у нас вообще может тут получиться. Или получится вообще. Да-да-да-да, конечно, получится тут, ага, что-нибудь. Тут, по-моему, ничегошеньки не получится. Ну, давай попробуем все равно отыграть эту роль. Так. Смотри-ка, мы убили богиню солнца-то, мы убили с вами все-таки. Давай сделаем так. Ураганчики, все это будет использоваться у нас. Так, карточки забираем. Ниндзя, не визжи там, пожалуйста, а. Так, тигр. Все так быстро, я ничего не успеваю, ребята, увидеть. Вижу, что мы с вами довольно неплохо прошли. Я даже успел вторую друидку вызвать. Так, и, скорее всего, замку хана будет. Слушайте, если бы у нас... А, мы с вами выиграли, по-моему, да? Она же лечит и базу, и все. Ах, по времени. По времени, к сожалению, не получилось. Вот это вот плохо, ребят, что по времени.
Так, ну что нам достается здесь? Терракотовый воин и деньги. Слушай, давай еще разок попробуем, а, сыграть. У нас здесь нет все равно энергии. А здесь есть, поехали, попробуем. Главное, чтобы Ронин не бежал в истерике. И, надеюсь, все у нас получится. Так, погнали. Попробуем. Вначале вызовем мечника с вами. Даже если Ронин выбежит, он его убьет, мечника. Но следом пойдет у нас... вот так вот он сделал. Да, ребят, вот так вот он сделал. Немножко для меня странно, конечно. Ну да ладно, давай попробуем. Таким вот образом. Опс. Так, двигаемся. Хорош там уже. Минус. Да ёпрсы, ну. Давай, 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 давай. Друидку мне, пожалуйста, дай друидку мне. Ты не припухла ли? Нельзя 33 раза-то отскакивать. Ах, богиня вышла. Уже, ребята, вышла богиня. Так, я все равно жду. Я вызываю ее. И теперь надо как-то нам обезопасить ее. Ну, ульта, ульта. Где моя ульта, ребят? Вот она. Призываем. Так, что-то я не пойму. Давай вот так сделаем. Ага. Так, секунду, секунду, ребята. Вроде бы все под контролем, кажется мне. Это мне только, наверное, кажется, да? Хотя, почему кажется, все отлично идет у нас? Минута в запасе. Тигр, только не надо баловать, пожалуйста, а? Я тебя прошу, не надо тут выпускать свою ерунду. Так, притягиваем. И двигаемся дальше. Так, минус копейщик. Ронин ниндзя, это ерунда для нас, я думаю, да? Тигр, вот для меня проблема это тигр. Да что такое там? Так, давай еще одного. Вот, вот этого я боялся, ребята. Всю армию разбомбили. Всю армию разбомбил вот этот тигр. Ну как это может быть вообще, а? Ну как? Я не знаю, ребят. Одним своим ударом он просто снес все, что у меня шло в направлении его замка. Он снес, понимаешь? Офигеть. Да, сфейлились, короче. Ну что же, ну значит этот отряд, грубо скажем, не подготовлен против такого вот рода войск. Ну зато мы с вами всю энергию, может быть, кстати, сейчас, вот у нас фейл, давайте ускоряться. Может быть, сейчас мы посмотрим, энергия может быть где-то откатилась. Тогда мы с вами переиграем. Ну вот, видите, опять тигр выпускает этот, свою ауру смертельную. И всех, да ты достал уже! Ронин, успокойся, а. Давай вот так попробуем сделать. Ну, видите, какое-то проходит определенное количество времени, и он перестает вызывать своих юнитов. Я не знаю, с чем это связано. Но вот я заметил, уже сколько вот играем, всегда замечаю именно одно и то же все. Так, ну что же, продолжим. Давай посмотрим. Может быть, где-то у нас с вами появилась немножечко энергия, и мы сможем пройти. Да, мы можем с вами, ребят, пройти вполне. Именно вот этим отрядом, которому, в принципе, даже и тигр не страшен. И причем, не забывайте, здесь очень колоссальный дамаг. В принципе, эта колода берет именно своей мощностью, силой. Так, погоди-ка, тут же Ронин у нас, да? Тут у нас, ребята, Ронин, поэтому давай аккуратненько. Ну куда ты ползешь, а куда ты ползешь? Ну, хоба! Обменчик такой неплохой, да, получился? Так, ну что, тигр выйдет, нет? Ронин вышел. Ронин, ниндзя, ниндзя, делай отражение, пожалуйста. Почему-то не стала она делать. Так, минус, минус. Всех тут минусанули. И я, ребят, буду, наверное, призывать ведьму. Только бы не Ронин сейчас, а то будет нам тут. Вот, и он тоже, кстати, вызывает. Давай попробуем так сделать. Ага. Ниндзя. Да что такое-то? Чего вы тигра-то не можете забомбить-то? В чем проблема-то? Ниндзя заплевывает, ребята, ниндзя заплевывает. Ты понял? Так, вот, богиня света упала, все, поехали дальше. Ну, я вам скажу, энергии, ребята, у моей ведьмы мало, если сейчас... Ты
Твою ж... Я, у меня нет слов, ребят. У меня просто нет слов. Ну как вот так вот может все произойти, а? Давай, Ронин. Джух. Молодец, красава. Молодец, бомбит. Да где мои все отряды-то? О. Так, 50, ребята, да, одна секунда, 51 секунда. Выпускаю. Раз, два, три. Поехали. Нет, у нас какое-то вот сопротивление стоит, и все, я не могу, ребят. Мы, знаете, друг друга, то он меня сталкивает, то я его. Вот так вот, короче, как это, тяни и толкай. По-другому не назвать. Ронины столкнулись лбами. Так, давай, ниндзя. Ну? Ну давай, Ронин, ну пожалуйста, ну. Давай. Взял и Ронина моего уничтожил, а? 9 секунд. И тут еще и тигр. Ну, есть. Фух. То-то и оно будет знать, с кем связываться. Да, ребята, мы с вами прошли здесь идеально. Ну что, давай тогда потратим, наверное, одну энергию. Где-то у нас здесь еще, я видел, накопилось. Ага, вот на этом отряде. Так, чумная мышь и голем. Поехали, разберемся по-быренькому с этими пройдохами. Так, погоди-ка, чумная мышь и голем. Значит, нам надо подготовиться на кого? О-оу, он выпустит чумную мышь. Это я вам точно говорю, ребят. Выпустит чумную мышь. Давай попробуем так. А как дальше? А дальше-то как? Она же сейчас полетит. Оу, да. У меня же здесь нет такого юнита, который бы мог стоять и бомбить. Фу ты! Ну вот, ребята, вот так вот. С удара взял и снес мне мою чумную мышь. На каком таком основании, спрашивается, да? Поехали. А баллиста бомбит чумную мышь вообще просто на ура. Просто даже не морщась. Вот так вот. Хотелось бы, конечно, мне, ребят, тоже прокачать голема по фулочке, чтобы он таким же был, вот, страшным и мощным. Ну что за дела-то? Что за дела? Я не могу понять. Да, сфейлились, конечно, мы с вами по урону. Вот если бы здесь была бы у нас друидка, она могла бы восстановить нам базу. И тогда мы прошли бы. Было бы прикольно, да? Хоп, отличила базу, и все, и нормуль. А уж по времени, я думаю, мы здесь бы справились вполне, даже в легкую. Ну давай, ускоримся. Я знаю, что здесь мы выиграли. Отлично. Так, ну что, дорогие друзья, я думаю, у нас энергии-то больше и нету нигде, да? Проверим. Да, к сожалению, больше нигде нету. А на этом, значит, будем тогда и закругляться. Ну что ж, друзья мои, как говорится, увидимся с вами в следующих видосиках, да? Погоди-ка секунду. Запрос. Так, в 15 битвах на арене. Все понятно. Можно прапать же еще, да? А почему бы и нет? Кстати, вот этот отряд у меня еще и не прапанный был. Но он участвовал в боях. Молодцы, красава. Давай здесь улучшим. Здесь. Так, паладинчик наш. Мечник. Ну и, конечно же, сама база. Так, погоди-ка. И вот здесь. Всадник на журавле. Так, а что у нас тут? Тут, ребята, я... А, вот, тигра хотел. Хочу, ребята, его на уровень поставить и взять, наверное, все-таки в команду, в основной состав. Так, ну что же, на этом уже точно все. Всем большое спасибо за просмотр, как говорится, и до новых, ребята, скорых видосиков. Удачки вам! So much I wanna say to you, much I wanna say, but there's no time. We used it all. Still have so much I wanna talk about, but I messed it up and there you go. Oh, there you go walking out that door. It felt so close, closer than it felt before. You'll never be forgiving me, and I just want you to know I didn't mean it. Baby, I just wanna be with you. I should be.